принадлежит народу. Город для народа. Империя для народа. Собравшихся чувств. Они идут. Они охотятся на нас. Я против!
сегодня ты... Идем! Мы здесь не пройдем, Марий! Вернись и опусти этот мост! Пусти мост, Марий! Помоги мне! Собирайтесь, на форуме беда. Надо убираться, быстрее! Так, сынок, продолжай! К форуму, Марий! Не останавливаться! Времени. Время для чего? Отец! Thank you.
Помогите Леонтию! Все хуже, чем я мог вообразить. Ты должен спасти Рим. Спасти от них. Ублюдки! Ублюдочные варвары! Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Пролью их кровь. Я командир Виталиона из 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. Если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Ты же из 2-го легиона? Да. Уже нет. Добро пожаловать в 14-й. Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку и сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю империи, дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляя мятеж. Готовиться к высадке!
Сухая земля и горячая еда ждут нас! Моряки, приготовиться к причаливанию! Центурион! Цепи поднимаются! Нам не удастся подойти! Лод будет разбит в дребезги! Прости, мой друг. Наш флот будет уничтожен. Отступайте и перегруппируйтесь у башни! Римский флот не должен войти в гавань! Прими свою смерть! Yeah.
как! Вперед! Соберем остатки 14 и снесем эту башню! Мертвы. Выдвигаемся. Со мной. Еще есть кого спасать. Да, Мари. Не ожидал этого, римлянин. Раздавлен собственной башней. А теперь отдай мне это.
солдаты! Послушайте! Наш флот разбит! Берег занят врагом! Наши товарищи умирают! Мы вынуждены отступить! Центурион мертв! Мертв! Он, наверное, мертв! Нам отступать! Где точка сбора? Побереги! Я не знаю! Или никто не ждал такого? Предсказания были хорошими! Хорошими! Стоять! Пока я не скажу! Отлично, солдат! Примите ручников!